Prophet presents. In the beginning, there was the beat. Then it got faster. Stronger. Fatter. Finally, the bass music is the trend. Yeah! DJ Prophet, every Wednesday at midnight on DFM. Всем привет, друзья! Каждую среду в полночь с нуля до часу ночи на радиостанции DFM стартует Bassline Show. Я его постоянный ведущий, автор этой программы. Меня зовут Кирилл. И сегодня у меня очередной гость Мишутин Макс. Его псевдоним — сценический Мин. Парнишке 23 года, вовсю пишет Drum & Bass, также является организатором. На некоторых мероприятиях я у него бывал в качестве гостя, конечно же. Ну, об этом чуть поподробнее. Ну, а пока что раскачиваемся, настраиваемся на Drum & Bass ритмы, делаем погромче, лайки, репосты. ВКонтакте идет прямая трансляция, у меня на стене wiki.com/djprophet. Welcome. Комментируйте, задавайте какие-нибудь вопросы моему гостю, интересные будем озвучивать, отвечать. В общем, и чуть позже, конечно же, мы пообщаемся. Всем, кто слушает прямую трансляцию, большой привет, респект, как обычно. DJ Prophet, Bassline Show, DFM. Yeah.
Broadcasting live over the capital. Привет! Подходи. Привет, привет! Да, к микрофону. Как настроение? Все просто замечательно, отличное настроение. Несмотря на погоду, пофиг на нее. У нас главное в студии и на радио прекрасное солнце. Это в общем-то, sunshine, да. Вкратце, что сегодня продемонстрируешь? Какие саб-жанры драм-н-бейса? Ну, сегодня будет небольшое у нас путешествие. Начнем мы, конечно же, с Liquid Funk. Да, это почему я специализируюсь. Уже начали, да. Да, да, начали. Почему я, собственно говоря, специализируюсь. Вот. А дальше немножко уплотнимся. Сначала окунемся в глубины дипа, а потом немножечко, конечно, подрыгаемся, можно сказать. Не рфанк ты имеешь в виду? Что-то такое более техничное? Нет, ближе к джампапу. А, джампап, я понял. Слушай, ну и так как ты являешься музыкантом, твой псевдоним Мин. А ты должен продемонстрировать свои работы, которые уже вышли, да, на Life History. Также еще у тебя какой лейбл? Cosmos Music также выпускался я. Уже я начал демонстрировать, начал свой сет с трека Trying Not To Love You, который вышел на Life History уже целый год назад. Дальше будет больше, будут и даплейты, и, собственно говоря, те, которые уже вышли. Да, но в любом случае, когда ты какой-нибудь трек неизданный, либо там, я не знаю, обязательно, да. В будущем будет издан, ты меня дергай, чтобы мы его озвучили. Хорошо. Да, интересно будет. В любом случае, ребята, подключайтесь, те, кто еще не на связи. DFM, Baseline Show, Special Guest Мин, Макс Мишутин, у меня в гостях. Прекрасная музыка, сегодня только drum and bass, различные саб-жанры. Начали мы с более мелодичного, такого легкого, приятного Liquid Funk.
Don't touch that dial. You are listening to DJ Profit. Так, Макс, озвучивай.
Сейчас играет дабл дроп из двух композиций. Это Honey Sugar от дуэта Maca Eslo and Los Contreras. И еще второй трек — это Snob. Close to Me называется трек. Этот трек дабплейт Кирилла. Он мой хороший, очень знакомый мой друг даже. Передаю ему огромный привет. Спасибо за этот прекрасный этот трек. Да, Кирилл, привет, тезка. Да, иначе я бы не нашел такой хороший дабл-дроп, от которого у меня просто мурашки порой по коже. Спасибо. Отличная комбинация, поддерживаю. В общем-то, Кирюхе, да, привет. Молодец, красавчик. Выпускается, будь здоров. Напоминаю, что у меня в гостях Макс, его псевдоним Мин, специализируется на драм-н-бейсе, в общем-то, на ликвиде, и периодически дипчик у него проскакивает, да. Ну и сегодня разнообразно будет эфир, начал он с Liquid Funk, далее дипуха, ну и после этого, как он сказал, Jump Up. Прямая трансляция у меня ВКонтакте, wiki.com/djprofit. Подключаемся, лайки, репосты. Нам будет очень приятно. Broadcasting live over the capital. Baseland Show with DJ Prophet. Большой привет, Витька, мы с тобой на связи. Я думаю, ближе к Новому году мы с тобой либо на январских праздниках повторим наш замес, разнос, наш бэк-ту-бэк мощнейший, противостояние хардкора и драм-н-бейса. Так что, Витюх, готовь, пока собирай треки в копилочку, я тоже. Устроим пуще прежнего. В общем-то, будет прекрасно, прекрасное настроение, мясное, энергетическое. Capital.
Да, знаю эту композицию, использовал ее в сторис, да. Рассказывай про нее. Эта композиция называется Step into the Vibe и написана совместно с моим очень хорошим другом и моим учителем. Это Миша Проспер. Огромнейший привет. Обнимаю со всей души. Также у нас вокал записал в данный трек MC Astra из Америки. Ну, вряд ли он нас смотрит, но, тем не менее, ему тоже привет передам. Ну, в любом случае, да. Вырезку, я думаю, сделаешь с эфира потом и отметишь его. Обязательно, думаю, обязательно. Порадуется. Очень клевый трек. Давай послушаем. Хочу сказать, что это дабка, пока еще нигде не выпущенная. Ведутся переговоры, ведутся очень с одним интересным лейблом, но пока что не буду ничего говорить. Да-да-да, просто слушаем. DFM. You are listening to DJ Prophet. This is Andy C from Ram Records UK, and you're locked into DJ Prophet. Так, озвучивай. Сейчас вступает трек под названием Helsion. Он вышел в марте месяце на лейбле Life History Records. Твой. Мой. Вот, вот это главное, что мой трек. Ну, твой.
Ленке большой привет. Владелец Life History Records, Санкт-Петербург. Красавчики. Так, далее. Ну, а сейчас вступит Double Drop с моим треком. Трек от очень знаменитых на Западе продюсеров, дуэт Technimatic. Это ремикс на трек Bondex Gold. Слушаем. А твой этот трек как называется? Helsion. Helsion. Friction representing Shogun Audio with DJ Prophet. Привет от Friction, Shogun Audio, владелец этого замечательного лейбла. Поступил вопрос в чат, долго ли будет продолжаться серия гостевых эфиров. Да, до ноября и даже в ноябре. Я думаю,
где-то до середины, может быть, до конца ноября, пока не знаю точно. Ну а в декабре буду играть лучшие треки, на мой взгляд, и вкус, за сентябрь, октябрь, ноябрь, конечно же, да. Много хотелось бы кого послушать, поэтому я сюда дергаю в студию, приглашаю. И ребята, собственно, демонстрируют свое творение, свое видение и так далее в различных стилях бейс-музыки. Да. Кстати, в скором времени приглашу к себе Колю из проекта «Гидры». У них планируется 6 ноября выход альбома. Это будет презентация, это будет 4 ноября, поэтому welcome. Не пропустите этот эфир. Эксклюзивные материалы будут представлены. Так что ждем. Играет Грей, трек под названием Rabadab. Rabadab, dab, 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 dab. Ну вот, как и говорил Макс, некий блок из Deep Drum and Bass'а. Да-да-да. У меня в гостях Макс Мин, это Бейсмен Шоу, DFM, с нуля до часу ночи, со среды на четверг. С вами DJ Prof, меня зовут Кирилл. Yes. Dop, dop, dop.
Один из самых моих любимых треков от ADMF Circles. Это ремикс от Пола Брайсон. Очень клевый, замечательный, степовый такой. Классика. Советую всем послушать оригинал этого трека. Очень-очень клевый. Вышел он в 96-м году на его альбоме. Music in my mind он называется. Circles. With DJ Prophet, so thanks everyone for getting me out here and representing and bigging up drum and bass, and everybody representing over here. Breakbeat Chaos, ADMF, 2008 and into the future, Moscow. Как раз таки привет от ADMF, когда мы его привозили, не помню, 2006-2007 год, это был аквапарк, у нас была серия вечеринок, изначально Battlefield, потом в аквапарке мы запустили серию Waterfield, называлась она, да, люди купались, собственно, и диджеи различные вместе с приглашенными иностранными играли драм-н-бейс музыку, кайфовали, в общем-то, было лето. From Viper Recordings, and right now you're in tune to the future sounds of drum and bass with my main man DJ Prophet. Peace. Привет от Future Bound'а, владелец Viper Recordings, очень клевый лейбл, советую прослушать релизы с него, очень старенький, годный, годный. Хочу сделать объявление, что 28 ноября нейропанк-фестиваль состоится. Мы его проводим каждый год. В общем-то, состав. Нейропанк-склад — это Гидра, Тедди Киллерс, Миза,
Также Aggressor Banks, Synergy, Magnitude, Nice, Разлом и многие другие. Проходите по ссылке в нашу официальную встречу wiki.com/neuropunkfest. Ну и также у нас работает сайт neuropunkfest.ru. Собственно, завтра будет повышение цен, поэтому успейте купить билеты еще по более низкой цене. Естественно, фестиваль будет проходить по всем правилам безопасности на данный момент. Проверка температуры, QR-код и так далее. Но в любом случае будем проводить его. Будем. 28 ноября. Нейропанк. Сейчас идет блок от Макса, от Мина. Джампапа такого. С хорнами. Элефант Хорн называются они. Очень модные на данное время, в частности в Англии. Yo everyone, this is Martin from Noisia. Hello, this is Thijs from Noisia. From Holland, Neurofunk Kings on the Vision Recordings label. And you're listening to DJ Prophet. DJ Prophet, tune in. Respect. Easy. Oh, fuck, sorry. На самом деле, в конце вот это вот с извинением диктофон, на который записывали, собственно, вот эту вот айдишку, он упал, поэтому вот так вот все получилось. Интересно и смешно. Собственно, тур, прощальный тур Noisy, который мы должны были сделать в Москве, переносится на 21 год. Об этом мы уже сделали объявление на сентябрь. Я думаю, все будет хорошо, и мы в любом случае проведем World of Drum and Bass, на котором непосредственно Noisy будут выступать конец сентября, по планам.
Дефовский хрюндель в студии, он тоже подхрюкивает под музыку, под ритм. Так. Сейчас звучит композиция от моего хорошего друга и коллеги. Это Миша Мих, а трек называется Dreamscape. Вышел он на Life History Records в марте 6 числа. Ура! Презентация на DFM Baseline Show. Мих! Также этот трек вышел на виниле. У тебя он, кстати, да, уже мне, есть. Да, мне, кстати, задарил Мишка его, когда я, да, выступал у вас на мероприятии. Очень было приятно, спасибо, Мишань. В коллекцию, да. Presenting virus recordings, very noisy background. DJ Prophet, Russian's finest. George Comics, we're straight out of Metalheads. You're listening to DJ Prophet. Big up the Technoid connection and big up Moscow. Конечно же, красавчик Комикс. У этого дуэта был перерыв достаточно большой, но сейчас они возобновляются. В общем-то, один чувак из них продолжает писать музыку под этим брендом. Псевдонимом.
Ждем новых релизов. Озвучивай. Так, этот трек называется While We Are Alive. Написан совместно с вокалисткой из Беларуси Riser. Ирина, привет. Огромное, если ты нас смотришь. Твой трек? Да, это мой трек. Он в стиле таком Liquid Funk Mainstream. Так, попробовал себя в этом. И мы планируем с ней вместе как-то специализироваться именно по мейнстриму такому, ближе к нему, и выпускаться как-то вместе с ней вот именно вот в этом вот саб-жанре. Окей, премьера, слушаем. Он уже вышел, так что, ну, как, может, услышал или нет, не знаю. Да, можете искать в интернете тогда. Прекрасный эфир. Макс, чувствуется, подготовился очень хорошо, очень так все плавно перетекали саб-жанры драм-н-бейса. Красавчик. Собственно, вот что значит влияние преподавателя. Скажу, что Макс у меня обучался диджеингу, да. В общем-то, все хорошо, отлично. Красавчик. А помимо того, что клево играет, еще пишет замечательную музыку. Макс, продолжай в том же духе. Я рад, что в итоге... ты оказался у меня здесь на DFM Westland Show. Это
Я тоже очень рад, спасибо огромное, что позвал. И надеюсь, еще позовешь через годок, а там уже будет. Да не, я думаю пораньше. Но, ты пиши треки, на самом деле. На самом деле много что не показал, но так не получилось. Значит, микс собрал. В следующий раз, ничего страшного. Да, обязательно все покажу, все. И в частности, мероприятие, которое должно было состояться в эту субботу, Ренессанс, оно переносится. К сожалению, переносится. Ребят, переносим только для вас. Все будет намного лучше, но чуть-чуть попозже. Поэтому ждите новостей. Макс, тебе большое спасибо. В общем-то, ребята, те, кто слушали прямую трансляцию, тоже большое-большое-большое спасибо. В следующую среду у меня, опять-таки, гости. Ожидайте новый пресс-релиз. Ну и, собственно, прощаемся. Всем пока. Пока. DJ Prophet.